У меня были очень сильные проблемы с доверием вообще людям, ко всем. Я никогда не была открыта с своими родителями. У меня всегда очень часто окружал меня вопрос, почему? Почему в этой семье? Почему со мной произошло так? Почему я одна? Почему, 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 почему? Очень часто в моей жизни происходило так, что я чувствовала себя одинокой. Я думала, окей, ладно, все, типа. Я еще где-то видео посмотрела, что типа под водой не больно. Ну и, короче, взяла лезвие. Я не знаю, реально, я не могу сказать, что что-то меня остановило. Я знаю, что это Бог меня остановил. Я знаю, что это Он прокачал мой разум и сказал, стоп. И я просто поняла, то, что разрушив свою жизнь, закончив свою жизнь, разрушатся многие другие. Я думаю, окей, нет, я не буду это делать. И тогда, кстати, мы потом через где-то неделю или некоторое время, я поехала на Revival Camp. Славик рассказывал о том, что нужно отдать свою жизнь Богу полностью. И тогда Славик просто меня очень сильно вдохновил этим. Я просто смотрела на него, как он соединяет просто служение с семьей, вот как они ездят. И я просто смотрела на него, и он меня очень сильно этим вдохновлял. И это мне как давало надежду на то, что это возможно. И тогда я вышла, и я сделала решение, я сказала, окей, Иисус, я даю полностью всю свою жизнь тебе. Я уверена, что все это с Иисусом. Типа, без Иисуса я бы вот там лежа в навратой ванной. Но это правда, знаешь, я там бы это и покончила. Вот так это ты принимаешь решение, ты делаешь шаг, окей, я даю свою жизнь Иисусу. Но потом какая-то ситуация происходит, и в этой ситуации Иисус тебе просто показывает, типа, что смотри, вот здесь сделать нужно вот так. Поэтому я еще продолжаю учиться это делать, я продолжаю как бы доверять ему, учиться доверять. Но я думаю, сейчас, если сравнить 5 лет назад, как я ему доверяла, и сейчас, то как бы, ну, это огромная разница, просто очень огромная. Я просто в своей жизни, не знаю, для себя получила только одно, то, что реально Иисус — это просто как лекарство. Мне это лекарство помогло, и я должна рассказать это всем, каждому.